Ассаламу алейкум, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Нуньо Чаги. Дорогие, уважаемые подписчики, приготовила тыквенный супчик. Суп с тыквой. Уверена, понравится всем. Полезный, вкусный супчик. Здесь я не выкидываю семечки тыквы. Я вот сполоскнула с холодной водой и сушу и ем. Я люблю семечки тыквы. Тыквенные семечки как бы невкусные, но очень полезные, поэтому я очень люблю. Здесь я почистила тыкву, буду нарезать мелкими кусочками и буду тушить. Сперва буду тушить на среднем температуре. И специи, соль, сахар по вкусу. Я не добавила ни сахара, ни соли. У меня вместо сахара сахарозаменитель, вот такие таблеточки. Из специй у меня куркума, черный перец, сушеный зелень, сама сушила, укропчик, петрушка, базилика. Как я уже сказала, все специи по вкусу. Можете соль добавить, можете остренького, можете сладкого, как хотите. Вот, здесь уже вот нарезала и буду тушить. Всем желаю приятного просмотра, дорогие подписчики. Спасибо за просмотр. Полное приготовление напишу в описании. Дорогие уважаемые подписчики, прошел 20 минут. Супчик взбивали на блендере. Добавим по вкусу сливочное масло и подаем. Всем приятного аппетита, дорогие уважаемые подписчики. Прошу на полезный, вкусный тыквенный супчик. Всем желаю мира и добра. Спасибо за просмотры, за дружбу, за доброту. За то, что приходите, смотрите мои видео. Очень благодарна всем. От всей души всем желаю крепкого здоровья, бесконечного счастья и мирного неба над головой. До следующего видео. Пока-пока.